Я думаю, что очень важно именно позиционировать как на телевидении, как в СМИ, именно тему любви. Любви, счастья и дружбы. Дружбы без границ. Дружбы не только между мужчиной и женщиной, не только, в общем, между всеми конфессиями. Призывать людей к объединению всех наций, всех религий, что осознать, что Бог един, Он есть в каждом из нас, и важно дружить, важно относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. И если будут такие ценности прививаться, такая пропаганда будет, то тема насилия сама по себе сойдет на нет. Ни в коем случае нельзя запрещать насилие на телеэкранах. Это будет опять уйдет в тень, это будет опять подавление. Нужно дать людям выбор. К сожалению, сейчас люди гонятся за рейтингами в СМИ, и эти рейтинги, они о насилии. И у людей нет выбора. Ты щелкаешь по каналам, и одно и то же. А если отбалансировать, то у людей появится просто выбор. Когда есть выбор, рано или поздно чаша весов перевесит именно в сторону счастья и любви. Люди отойдут от этих агрессивных каких-то стратегий. Все просто.